Добрый день, дорогие друзья. Я нахожусь сейчас в Логовской, в командировке. Логовской это находится в Алтайском крае. Вот перед вами хоккейная коробка. Вот, я смотрю, новая построена. Кстати, очень хорошо и красиво. Там вот церковь есть в Логовском, вот видите, наверное, вдалеке. Памятник вот. 41-45 год нашему солдату русскому. Вот сейчас в Логовском. Поедем мы дальше на объект. Сейчас заехали в магазин. Кое-что возьмем и поедем дальше. Вот это, по всей видимости, школа в Логовском. И сразу рядом хоккейная коробочка. Вот коробка. Идеально прям покрашено, все сделано, все новое. Дорогие друзья, смотрите внимательно за видео, которое будет вам посылаться на YouTube. С вами был Николай Кныш.